Друзья, всех приветствую, находимся в BMG Drive Online, и сегодня два этих профессиональных мотогонщика устроят самый настоящий заезд по страшной трассе. Вопрос только в том, выживут ли они после этого заезда, поскольку дорога опасная, вокруг деревья, знаки, и все это им стоит преодолеть. Кто выйдет из них победителем? Делайте свои ставочки, ну а мы начинаем. Слушай, я хоть и гонщик профессиональный, но эта трасса настолько опасная, я тебе говорю как эксперт, что лучше где-то и притормозить, не спешить за победой. Знаешь, как настоящий профессиональный гонщик, я тебе говорю, что притормаживать я не собираюсь. Я не собираюсь проигрывать, поэтому если какое-то препятствие будет, я его профессионально объеду. Ты готов? Я готов. Это твоя жизнь. Пожалуйста. Моя жизнь в моих руках. Давай, 3, 2, 1, понеслась. Поехали. Так, а ты куда поехал? Чё ты... Да. Отлично. Вот и прокатились. Профессиональные гонщики просто. Давай-ка на этот раз я отчет проведу. Ты не волнуйся, пожалуйста. Я вижу, какой-то профессионал не дал мне уехать. У меня уже руки трясутся от волнения. Не хочется соревноваться с другим профессионалом. Я привык один кататься. Итак, 3, 2, 1. Поехали. Отличненько. Готовься хлопать. Отойди на сторону. Да куда ты сразу же? Ты не даешь мне даже чуть-чуть проехать. У тебя есть своя полоса. Пожалуйста, придерживайся этой полосы. И все будет хорошо. Готов? Моя полоса — это вся дорога. Поэтому, если не хочешь, можешь свернуть на обочину. Ладно, давай. 3, 2, 1. Поехали. Раз, надеюсь, ты будешь глотать выхлопные газы из моей выхлопной трубы. А, слушай, а ты как-то раньше, по-моему. Так нечестно, на самом деле. Это нечестно. Все честно. Ты раньше? Обгоняй меня, притормажу. О, опасно. Опасно было. Просто в метре пронесся. Капец. Ну и кто там у нас вдали... Да ё-моё! Да ё-моё! Уйди, да ты чё творишь-то? Не мог свернуть. Проехать. Чуть-чуть бы. На большой скорости трудновато поворачивать, между прочим. Предлагаю сейчас показать красивый мастер-класс для наших зрителей и держаться рядом. Сможем мы это сделать? Попробуем, давай. Ладно, поехали. А, в смысле? Разгоняйся, все, отлично. Где отсчет? Одинаковую скорость держим. Какой отчет? Просто едем. Давай до 200 и будем держаться вместе, окей? Давай, поехали. Правда, скорость высокая. Ой, хорошо, и рядом едем. Притормози немного. Притормозил. Оп-оп-оп-оп-оп. Эй, куда тебя опять носит? Ну, да ты чё ты творишь-то? Нельзя сворачивать с дороги здесь, знаешь. Ё-моё. Здесь, короче, посередине дороги грунтовка начинается, и из-за нее колбасить мотоцикл начинает. Нам нужно держаться асфальта. Слушай, это вообще не серьезно. Давай проедем эту трассу до конца. Иначе над нами, мне кажется, уже все смеются и явно не хотят смотреть на этот позор, который мы показываем. Ну ты просто признай меня победителем, и все в данном случае. Победителем тебя признавать? Вот так вот ты хочешь? Все, никакого одновременного движения. Сразу едем до конца. Блин, я опять на эту грунтовку свернул. Я тоже по ней еду. Нельзя по ней ездить. Ты что, с ума сошел? Надо по асфальту ехать. А я по ней. А я посмотри, что творится. Ты по грунтовке. Да что ты творишь-то? Ай-яй-яй-яй. Опять начинается. Уйди в сторону, уходи. Я не могу. В сторону уходи, куда? Ё-моё. Ё-моё, ну что такое опять, а? Мешаемся просто друг другу. Мешаемся друг другу, но как иначе-то ехать? Меня просто носить начал. Надо будет тебя меня объезжать, вот и все. Ладно, ты, пожалуй, оставайся здесь, а я эту трассу проеду до конца. Удачи. Чего ты меня просишь оставаться здесь? Мы приехали сюда вместе покататься, а ты сноровишься вперед уехать. Но ты на этой трассе являешься помехой на сегодняшний день и мешаешь профессионалам. Я помеха. Если сейчас олень выбежит из леса, то это будет помеха. Я нифига не помеха, между прочим. Блин, начинается воблинг. Так, держись от меня подальше. Равно едем, хорошо, красиво. Можно бы насладиться жизнью. В сторону уйди! Уйди, аккуратно. Выхожу, блин, я на центре, не хочу по центру ехать. Тебя шатает. Тебя ж держи. Меня тоже. Черт, все, я улетел. Я летел. Да как так не получается-то все время? Еще и об камень. Кошмар. Кошмар. Реально размазал об камень. Мне кажется, если бы это была реальная жизнь, там бы ты весь на камне остался. И опять помешал ты, заметь. Из-за тебя пришлось траекторию менять. Короче, чтобы ты не мешал, у меня есть для тебя сюрприз. И если ты пройдешь этот этап на дороге, то я
все-таки сделаю тебя победителем. Безоговорочно. Вау, да. Окей, давай, мне интересно, что ты подготовил, говори. Наконец-то он уйдет. Я тебе ничего не буду говорить, увидишь впереди. Итак. Я не хочу сюрпризы себе на дороге, я уже вижу, там впереди какая-то фигня стоит, 4 штуки. Намекни хотя бы. Да это объедешь, это ерунда там, ерунда. Поехали. На мотоцикле объеду, да он вообще неповоротливый. Ну давай. Ладно, давай, поехали. Поехали. Господи, мне получается по своей полосе надо ехать, да? Конечно, обязательно, обязательно. О, мне уже страшно, что подготовил, что там стоит такое. Объезжай! Ну ты мне всю полосу перекрыл! Объезжай, говорю! Что творишь-то? Ё-моё, взорвался! Это был баллон с пропаном! Это был баллон с пропаном! Ты меня убить таким образом решил? Нет, Макс Дип, я тебе этого не прощаю. Сейчас препятствие будет для тебя. Если ты называешь вот это вот препятствием, это не препятствие, это настоящая подлость. Вот впереди тебя ждет действительно препятствие. Такое, что ты обосрешь свои штаны. Слушай, а я, ну, есть вероятность, что я пройду это препятствие? Конечно, есть. Надо просто очень в узенькую дырочку проехать. Блин, я на самом деле вижу отсюда, что тут там гигантское стоит. Ладно, попробуем. Мне начинаю очень разгон. Интересно посмотреть на твою реакцию, потому что за тобой высвали людей покрупнее что это? И посильнее. Что? Танки? Это ерунда! Это ерунда! Ты чё, серьезно? Там так узко было, и ты смог проехать. Слушай, это было слишком широко. Надо было ближе их ставить. Тоже мне задание называется. Ну, раз уж ты начал делать такие препятствия в виде танков, то вот тебе препятствие в виде прицепов. Сможем ли мы проехать? Оно, по крайней мере, честное. И на твоей полосе, и на моей. Так что действительно сможем узнать, кто сможет проехать через такую узкую дырку среди прицепов. Признаюсь тебе честно, сейчас мне стало действительно страшно, потому что то, что ты проехал через танки, это одно, но прицепы и длиннее, и расстояние там меньше, поэтому у меня очко сжалось. Ну давай попробуем. 3, 2, 1, поехали. Удачи, я прекрасно понимаю, что... Дай мне, пожалуйста, совет, как проехать все это дело. По центру нельзя! Не-не-не, я не поеду по центру, господи. Тихо. Я проехал! Да как у тебя получилось? Я проехал! Кошмар! Это было сложно, но проехал. Требую еще одну попытку. Ладно, попытку я тебе дам, только держись за мной, за профессионалом. Я поеду по твоей полосе. Хорошо, мистер профессионал, давай показывай траекторию, а я прямо за тобой. Давай. Ты на мою полосу выехал, я выехал уже на твою полосу. Разгоняйся. Я не успею выровняться, придется через твои прицепы ехать. Опа! Есть! Кто разбился? Я признаю полностью, Макс Дип, профессиональный мотогонщик, а я неудачник. Оп, я тебе дам еще одну попытку, так и быть третью, но на ней ты должен 100% проехать. Ладно, так и быть, может на третий повезет, и в этот раз я не отправлюсь в могилу, но я уже прям потерял уверенность в себе. Давай, ты сможешь. А ты чё рядом со мной ты едешь? Пропусти я за тобой. Вперед, вот так вот. Я давай, за тобой. Пожалуйста, господи, помоги мне. Ты чё? Из-за тебя я тоже не вписался. Мне не получается проехать, слишком узко. Просто в прицеп фуры оба. Это, блин, еще что такое? Это мой единственный шанс унизить тебя и стереть в порошок. Если мотоцикл мне не подходит и слишком тяжелый, то КамАЗ это мой уровень. Да тормози, куда ты поехал, хватит шутить. Пошутили и хватит, я тормози. Я поехал на финиш, можешь оставаться здесь, как ты говоришь, и тогда я выиграю. Ты издеваешься, что ли? Ну ты серьезно? Ну, может быть, и издеваюсь, но это мой единственный шанс тебя победить. Ты меня сегодня специально посадил на мотоцикл и унизил у всех на глазах, так что все. Я тебя услышал. Больше поиграть не получится. Я тебя услышал, хорошо. А, значит, ты все-таки согласилась поучаствовать? Ну, конечно, разумеется. Блин, воблинг начался опять. Крайне зря с твоей стороны. У тебя там воблинг, постоянно какие-то проблемы. А еще я тебя могу подрезать и размазать просто по асфальту. А подрезать нечестно. Попробуй так доехать сначала. Может, так получится. Если я просто так буду по прямой ехать, то ты меня обгонишь. Удачи! Удачи! Давай. И что? И что? Выигрываешь, что ли? И что? Я ж тебя сейчас за ноги могу спасти. Не страшно. Удачи! Нет! Ну так, блин! Печатал дерево просто. Так, Макс Дип, я не понял, это что за приколы такие? Почему ты теперь на фуре? Слушай, ну раз ты у нас такой умненький на фурах ездишь, то теперь твоя задача меня обогнать будет. Почему бы нет? Я тебе так скажу, это нечестно. Мы так точно не договаривались. Это нечестно, но если ты хочешь, ты можешь, в принципе, там оставаться и все. Куда ты поехал? А что ты за мной повторяешь? Я тебя тоже попробую обогнать.
Фура на самом деле не такая опасная, как я думаю. Правда, обгонять ее будет стрёмно, но если я тебя обгоню, то ты мне уже ничего не сделаешь. Ну давай посмотрим. Попробуй хотя бы обгони сначала. Да у тебя получается есть только один шанс меня подрезать сейчас. Давай, я тебе поддаюсь. Тебе не можешь ничего сделать. Не, я подрезать не буду. Ну тогда удачи тебе. Я просто уйду вперед. Болтанка началась. О, уйди из-под колес! Только не перед фурой, только не перед фурой. Ты что, меня засосало! Меня за твою фуру. Держишься! Господи, я держусь на твоем колесе! Вижу! Держишься нормально? Держусь, давай, докати меня до конца! Так, едем! Подобрал братишку, называется! Только в целости, пожалуйста! Ой! Я не вижу, что меня под фуру засосало! Нет! Чё? Ё-моё! Что ты сделал? Развалился! Просто об мост меня расхерачил! Офигеть! Ну и тебе досталось, я смотрю. Ах ты хитер! Что за новшества такие? И это самый безопасный способ, я думаю, доехать до конца прямо на твоей фуре. Не знаю, правда, что из этого получится. Мне кажется, меня сейчас прям скинет впереди. Ну, попробуй! Ты меня даже можешь обогнать в самом конце, когда я уже буду у финиша. А скорость ты набираешь, я падаю. Ай! Я свалился, но я держусь. Держишься, нормально все? Да, я прямо на твоей фуре лежу, капец. Так, держись, доедем. Ой, меня немного назад начинает скидывать. Меня сильно назад начинает скидывать. Максим, притормози, я сейчас упаду. Притормозил. О, я притормозил. Вижу! Торожу, не дави газ. Господи, какая мракобесия. Сильно не дави. Вот с такой скоростью, если будешь ехать, будет офигенно. Ну я постараюсь увеличить чуть, но буду плавно увеличивать скорость. Сколько у тебя показывает? У меня 0 км в час показывает. А, я же на месте стою. Ты у нас на месте стоишь, я понял. Но мы едем 130, чтобы ты понимал сейчас. Слушай, ну разогнаться я уже не смогу, я лежу на боку, поэтому встать у меня нет вариантов никаких. Но я разгоняюсь, я вижу, ты лежишь. Говори, если что-то не так будет, то обязательно скажи. Пока едем, 160. Я потихонечку скатываюсь, уже скатываюсь потихонечку. Слушай, а впереди мост, меня сейчас не засет, то я сейчас упаду. Притормози. Притормозил. Вот, с такой скоростью нормально. С такой скоростью вообще идеально, на самом деле. Так, аккуратно, поворотик небольшой. Чисто чили у тебя на крыше. Только не скинь меня здесь. Ай, ай, ай. Мост впереди. О, нормально, высокий мост. Высокий, проезжаем. Ты сейчас упадешь, нет? Нет, кайфую. Хотя нет, я падаю. Бля, колесо уже одно свесило немного. Держись, горка. Я изо всех сил держусь. А как ты меня вообще довести до куда хочешь? Я не знаю, я хочу разогнаться с тобой попробовать. Слушай, а я могу мотоцикл за твой грузовик зацепить? Можешь, но не стоит. Потому Почему? Что если я разложусь, то ты вместе со мной разложишь. Опа! Зацепился! Что за фигня? Я ручкой зацепился за твою фигуру. Обалдеть, тебе повезло! Все, тогда держись! Держись, вижу тебя. Я не хочу так держаться, в прошлый раз плохо закончилось. Нормально, я буду скорость разгонять. Давай, готовься. Не надо разгонять, господи. Так, держишься. Это какой-то. Это не безопасно. 200. 200 километров в час. Ой-ой-ой, блин. Там поворот впереди, наверное, будет. Вижу, 210. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Ты что меня делаешь? Ты решил какие-то шарты строить? Ё-моё, перевернулся. Господи, главное мне выжить, пожалуйста, фура, не развались. Слушай, шикарно. Я, получается, даже в живых остался в этой ситуации. Обалдеть. Профессиональный гонщик, самый настоящий. Макс Дип, я бросаю тебе перчатку и вызываю на дуэль. Оу, перчатка попала прямо в лицо, я принимаю эту дуэль. Окей, я готов. Поехали тогда, один на один на этой дороге. Поехали. Держись по центру. Хорошо. Кто выживет после столкновения, тот и побеждает. Ну, а кто не выживет, тот в магию отправляется. А кто, интересно, выживет? Действительно! И что получилось? Мы зацепились друг за друга? Я проехал мимо, ты зацепился за меня? Я зацепился за тебя, и меня снесло, а ты дальше... Я выжил! Я выжил! Трудно назвать тебя выжившим, ну ладно, окей. Ну, честно говоря, не знаю, какие из нас профессионалы. Не нам, конечно, это судить, но вам, ребята, если понравился выпуск, то обязательно, пожалуйста, поддержите его лайком. Пишите также свои идеи, что бы вы хотели видеть в BMG Drive Online. Ну, а я каждому из вас благодарен за просмотр. Желаю всем успехов и пока.